За минувшую неделю специалисты муниципального предприятия содержания городских территорий провели демонтаж 23 объектов. Это 9 гаражей, 3 нежилых строения и 11 рекламных конструкций. После всех работ бригада рабочих собирает и вывозит весь мусор. За прошлую неделю сотрудники вывезли 5 машин со строительными отходами. Город все-таки развивается, и в различные стройки прокладываются новые дороги, то есть какие-то новые объекты строятся. Благоустройство территории. Поэтому многие как раз на территории попадают именно под, скажем так, застройку и благоустройство. При выявлении гаражей, если вот гаражей берем, то порядка где-то, наверное, 50%, как мы только начинаем снос, где-то 50% собственников все-таки находятся, и они демонтируют свои гаражи самостоятельно. Отметим, гаражи признаются незаконными, если они были установлены без соответствующих разрешений, а также мешают движению или создают опасность для окружающих. Демонтаж таких объектов позволяет вернуть общественным пространствам их функциональность, улучшить транспортную доступность и повысить уровень безопасности в городе. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.